дорога, по которой нам нужно ехать. Да, поплутав, все же нашел я старое киржатское кладбище. Значит, найдем министерскую копь рядом. Копь министерская. Ну, если верить книгам, тут Шурф Китаева. Лет 8 назад я до половины спускался туда. Летом было градусов 30, плюс 30, а там лед. Ледяная шапка. Так. Ну что ж, ладно. Да, отвалы. Давно не был. Попробуем покопаться. Тут интересного нет. Вот корень забился.
требовалось доказать. Ничего интересного. Да, на букву Г. На барских ямах хоть на гетом. Летит, мати. Ой, глянит там. А здесь точно на букву Г. На русскую букву Г. Нет, отвалы здесь все перевернуты. Министерская чем-то напоминает отдаленно копию Мора, в том смысле, что ширлами мотив пронизан. Правда, он не такой крепкий, как там. Сном разрушенный. Это так, булдыган просто пришлось отвалить. Вон тренога стоит. Китаева. А здесь я просто тупо в отвал на 1.5 метра зарубился. Ничего интересного. Хотел пику взять. Смотри, что-то блестит тут. Какой грусть. Обалдеть. Надо же. Даже есть можно. Осень поздняя, темнеет быстро.